Я Бояршинов Николай Николаевич, я отец Юлика, Бояршинова Юлия Николаевича, который арестован по делу сети, уже больше 3 лет находится в СИЗО и скоро должен будет этапирован в Карелию, скорее всего, город Сегеш. Сейчас мы в открытом пространстве. Это очень хорошее место в Петербурге. Это где Юлик часто бывал, потому что сам занимался какими-то волонтерскими, правозащитными акциями, по крайней мере, поддерживал всегда. Ну и прочие какие-то гуманитарные акции. И это место, где просто мне помогли выжить, потому что было очень тяжело после ареста. Я не мог понять, что это за абсурд такой. Просто это не может быть. Он, не знаю, там, террористом или просто что-то очень плохое. Я его очень хорошо знаю, поэтому у меня никаких сомнений не было. Но для меня это, конечно, было совершенно неожиданно, если так очень мягко сказать, потому что это было что-то нереальное. Там позвонили по домофону, внизу говорят «полиция». Я думаю, о, прикольно, полиция. Открываю дверь, там целая толпа вообще, там полицейские, гражданские. Там. И даже сына не узнал сначала, он такой серый, побитый, в наручниках каких-то огромных, и с ними адвокат. Я так думаю, ой, ну хорошо, хоть с адвокатом, ладно тогда. А адвокат говорит, ну вот нет ордера на обыск, но вот в исключительных случаях это можно. Все. И, в общем, тогда я узнал, конечно, что такое адвокат по назначению, который там очень-очень, он там просто старался там помочь следствию. Очень активно собирали весь скотч, изоленту, все, и пластилин. Я думаю, ну, вообще, какой-то цирк. А потом, когда услышал, что там вот у других фигурантов, там у них там нашли взрывное устройство с отпечатками пальцев на скотче, который намотан на это самодельное взрывное устройство, тогда я понял, что да, вот это ж так просто там взять изоленту или скотч, там намотать на что угодно. И на этом скотче наверняка будут отпечатки пальцев вот, его хозяина. Там. Ну, насобирали там, я не знаю, все там в елочную гирлянду, прочее, прочее. И потом там специалисты думали, как из этого можно сделать бомбу. А, у него было там какое-то количество старого дымного пороха, который, в общем-то, даже, я не знаю, это там в 19 веке такие устраивали там взрывы, потому что этого пороха нужно какое-то там очень большое количество, там, чтобы что-то из него сделать. Он уже даже для охотничьих ружей там практически не применяется. Вот, и его из-за этого пороха как бы не освобождали, и продляли и продляли там арест. И вот что должно быть в голове у людей, которые вот так вот хватают ребят, там ломают им жизнь, там издеваются над ними, это вот что
какая вот для них должна быть достойная плата, чтобы вот это сделать? Ну, если это деньги, то, ну, не знаю, это какие-то нереально безумные деньги, которых, ну, явно они как бы не получат. Что еще? Просто долго не мог понять, что на самом деле это такие люди. Для них вот, ну, просто там небольшое повышение по службе, там, ну, вполне достаточно, даже если не повышение, просто. Но потом оказалось, что еще страшнее, это, что на самом деле это просто вот поставить галочку, то, что сделала работу, отчитаться, не обязательно, что тебя за это очень наградят. Это какая-то совершенно параллельная ветвь эволюции, там, вот это какие-то совсем другие люди. И когда я это понял, на самом деле просто понял, что нужно вот, ну да, очень мало что можно сделать, но это все мало, нужно все проделать. Нужно тогда вот начали делать выставки, пикеты, все, что возможно, все надо использовать. Пусть это такие очень маленькие капли, но. И из него сразу же как бы начали выбивать показания, а он сказал: нет, по 51 статье все, я не говорю. И вот он долго как бы по этой статье шел, и его там сначала в кресты приходили как бы какие-то ребята, Костя и Дима, которые там ни документов, ничего не показывали, просто вот я Костя, я Дима, вот ты должен дать показания для ФСБ. Вот он отказался, тогда его перевели там в Горелого. А Горелого — это такое известное в Петербурге СИЗО, где именно как бы вот такое пыточное СИЗО. Ну там камера на 114, по-моему, человек, но там до 150 набивалось, причем часто это устраивали специально, при том, что в других камерах было свободно. И мало того, что как бы вот в этой камере 150, там этот еще актив, вот этот камерный, эти активисты, они себе значительную часть отгораживали. Это у них называлось Кремль. Это они вот как бы в этой камере, они себя считали такими важными. Это вот просто вся эта камера, это вот аналог там всей России нашей, все вот эти порядки, все это беззаконие, это вот они. И они как бы вот не случайно назвали себя Кремль. Но Юлику они сразу сказали, что вот твой вопрос никакие деньги не решат, поэтому вот от тебя только показания нужны. И он там не то чтобы там у него там не было постельного белья или кровати, у него сначала вообще там просто на полу там спал, и даже на полу там не мог спокойно спать, потому что в любое время там могли там, не знаю, там пнуть еще что-то. Потом они как-то там наловчились там на двух спаренных кроватях пятером там выкладываться. И невозможно было, вот я говорил, ни в спецблок его, ни тем более в какое-то другое СИЗО перевести. Каждый раз, когда мы пытались что-то сделать, он получал как бы очередную порцию там вот, чтобы вот опять там твои родители чего-то там шумят. Ты уж их там убеди хорошенько, чтобы они ничего такого не делали. Единственный вариант вот был, это вот все-таки какую-то
как вот свою вину, например, признать, тогда он уже переходит как бы в статус. Вот, уже ФСБ его ведет, и после этого они как бы его или в спецблок, или но его в СИЗО 3 перевели, это СИЗО ФСБ, где настоящие уже в Питере вот, ОНК, Катя и Яна, это они просто что-то, они сразу же к нему пришли, и он расписал на 12 листах что-то, как там принято, как встречают различные проверки, комиссии, как у них все отработано. Самое главное, чтобы никакая информация не выходила вот наружу. Им не страшно, если там труп выносят там, периодически, пока он там был, несколько человек умерло, это их вообще не волнует. В общем, осталась как бы вот одна цель. Сначала нужно было сделать все, чтобы сын хотя бы просто вот жив остался, потому что не было в этом уверенности никакой. Казалось, вообще он есть или нет, потому что суды вот эти по продлению срока задержания его проводят и вообще не дают там ни поговорить как-то хотя бы пару слов. Просто хотелось прикоснуться, когда его проводят через коридор, чтобы, ну, чтобы вот он реально есть, потому что вот он был все время рядом, жили там вместе, вдруг его нет, и вообще непонятно, то есть нет ни свиданий, ни звонков, ничего, и как-то уже так немножко такое нездоровое в голове, что, может быть, его вообще нет. Вот. Еще раз вас могу? Да. Первое свидание это было что-то, это 5 месяцев уже, и просто вот, ну, при том, что, ну, для меня это, ну, страшно, неестественная ситуация, что сын в тюрьме там, и вот, ну, все равно было так радостно там. Мы с женой просто 2 дня летали это, от того, что как бы увидели, поговорили. Очень старался, конечно, выглядеть бодрым, но у него это получалось хорошо. Я посмотрел, что как будто лицо даже немножко пополнело, но потом он уже, когда вот из СИЗО 3 описывал все, что там происходит, рассказывал, какие приемы эти уголовники как бы используют, они там в основном, у них масса там приемов, когда у человека не остается следов, умеют так бить по лицу, что синяков не остается, но после этого часто лицо как бы распухает немножко. Ну и, видимо, у него вот еще это не прошло там, немножко опухшее лицо было. Это уже настолько здорово, что удалось вот увидеться, потому что, и это не только у меня было, там вот видно было, что все, кто побывал на свидании, там, у кого, может быть, даже и нет сильных каких-то вот ограничений, все равно они выходят и просто какие-то светлые лица после этого чувствуются, что под впечатлением, все равно вот это само по себе общение уже очень здорово. Что тоже большой поддержкой было и есть, это вот огласка, максимальная огласка дела сети, потому что это их спасло, их хотя бы пытать перестали. И я очень благодарен вот здесь, в Петербурге, журналист Татьяна Лиханова, она очень много для этого сделала, потому что вначале адвокаты и не только говорили, что
ну, давайте пока не надо, как бы, не надо гнать волну, надо сейчас попробуем разобраться, может быть, получится как-то, что отпустят, вот, но ничего не менялось. И Татьяна тогда вот сказала, я хочу об этом деле написать, я хочу взять у вас интервью, я понимаю, что это как бы, да, опасно, я не хочу навредить, но вот ни вам, ни вашему сыну, но период молчания такого, и здесь впервые я как бы стал об этом говорить, и просто говорил и говорил, и это действительно было очень важно, серьезно, и началась огласка. Еще во много благодаря тому, что Витя Филинков вот, заявил о пытках, и после этого другие стали как бы говорить. Даже когда дошли до Путина, когда под камеру заставили Путина выслушать о деле сети, о пытках, он сказал, ну, это что-то, да, ненормальное, обязательно надо разобраться. Ну и, конечно же, послал разбираться тех же самых ФСБшников, которые пытали. Ну, естественно, что они сказали, нет, факты не подтвердились, ничего такого не было. Некоторые говорят, ну, в России же живем, как будто это вот нормально. Если в России, то нормально. Но все равно надо, пока ребята сидят, конечно, я не успокоюсь. При этом вот все равно чувствуешь какую-то беспомощность, это вот самое тяжелое, что понимаешь, что вот, ну, все что угодно ты сделай, вот хоть голову там об стенку разбей, вот если бы сказали, что вот если разобьешь голову, там череп, чтобы раскололся, тогда ребят всех отпустят, все будет хорошо, наверное, бы сделал, но понимаешь, что вот, ну, бесполезно, вот хоть что сделай, там все равно вот эта машина, ее не остановишь просто так. Нужно делать что-то, что все-таки более возможные варианты какие-то.